Добрый день, дорогие друзья! Хочу вам сегодня представить два очень популярных сорта для теплиц в средней полосе и для открытого грунта в южных регионах. Это просто томаты, которые, посадив раз, вы будете влюблены, можно сказать, до конца своей садоводческой жизни. Просто хочу сказать, что, конечно, опытные садоводы знают этот прекрасный сорт. Это вот перед нами Пузата Хата. Вот сейчас я вам картиночку покажу. Вот просто, как здесь написано, суперхит 21 века. Вы всегда будете с томатами. Вот посмотрите, просто увешаны кисти. Вот я тяну их в два ствола. Вот даже трогать уже не буду. Вот посмотрите, все увешано. И хочу сказать, кто сомневается, у кого не получается, кто мечется между, какие сорта посадить, именно это сорт, друзья, это не гибрид, а сорт, то просто Пузата Хата это для вас. От всходов до начала плодоношения 103-110 дней. Растение интертерминантное, высотой 1,5-2 метра. Но это все зависит от того, где у вас посажены эти томаты. Посмотрите, вот, но здесь по-любому будет грамм 400, если не больше, 500. Они очень сладкие, сахаристые, мясистые, на разломе, просто превосходного вкуса, великолепно подходят для свежих салатов, соков, любой кулинарной переработки и зимних заготовок. Хочу вам сказать, что, в принципе, вот тоже мне надо сейчас уже прищипывать. Это прищипываем над 7-8 кистью. Урожайность до 15 килограмм вот с одного куста, как у меня, в два ствола. Сейчас я вам еще покажу. Вот посмотрите. Это мы уже здесь начали собирать, они краснеть начинают. Посмотрите, какие прекрасные томаты. Вот они, прекрасные томат Пузата Хата. Я беру у Аэлиты, ни разу меня не подводила. Вот у них сейчас очень красивая такая вот серия. Вот суперкит 21 века. Так что, если кто начинающие садоводы и огородники, вы можете засадить полностью теплицу и быть всегда с большим-большим урожаем. И второй хочу сорт тоже представить вам на обозрение, можно сказать. Это тоже сорт «Южный загар». Вот прекрасный сорт. Плоды мясистые. Семян, кстати, очень мало. Просто такое впечатление, что ешь какой-то кусок мяса. Такой просто невероятной вкусноты. Вот даже, видите, написано «Дегустационная оценка плюс 5». Мы уже снимали. Вот они спеют уже. В этом году, конечно, хочу сказать, при том, что погода очень плохая, очень неравномерная. Вот они плоды очень до 400 грамм. Вот, если не больше будут. Вот они начинают спеть. Вот, так что, если кто хочет, не мучаясь, вырастить прекрасный урожай, вот эти два сорта, Южный Загар и Пузата Хата, вашу теплицу. Даже не переживайте. Вот как правда хочу сказать, что Южный Загар это от этот сорт выведен Сибирский сад. Вот он, видите? Прекрасное тоже. Здесь, кстати, очень много семян. То, что в Пузатой Хате. И здесь, кстати, и цена вот этого пакетика 20 семян 28 рублей. Так же, как и Пузатая Хата. То есть не надо никаких городить огромных денег тратить. Сейчас даже вот где-то начала на сайте смотреть. Уже вложат в пакет две штуки семечек. Я даже не знаю, вырастет с них или нет. А цена даже под 400 рублей. 400-500 рублей. Но это, конечно, зашкаливает. Вот мне кажется, что если в этом году еще погода нас бы радовала, потому что ночи до сих пор, вот август месяц, не поднимается у нас в северо-западе город Калининград, у нас Калининградская область, выше 13-14 градусов ночью, хочу вам сказать, и то они дают прекрасный урожай. Вот видите, уже тоже начали спеть, вот, видите, даже очень похожи. Так что вот вам на будущий год
покупайте и всегда будете. Во-первых, вкусовые качества отличные. Можно сказать, дегустационная оценка, что пузатой хате, что южному загару, конечно, 5 с плюсом. Так что вот то, что я вам хотела порекомендовать, то, что сама выращиваю.